prendiamo il manuale, prendiamo il manuale a pagina 153. To jest gdy mi stanowili sproszy raz. Vi pomnite, što mi čitali pro dvije streči, pro prvoju rasказывала Michela, potom Michela передала слово Alberto, a si часе очеред Antonelli. Antonella будет рассказывать, она тоже как встретила со своей второй половиной. Кстати, как сказать на итальянском вторая половина? У нас есть другое словосочетание. Anima gemella. Gemelli diversi. Нет, близнецы, gemelli. Gemella, gemello это близнец. Поэтому здесь gemella в женском роде, потому что anima, душа это в женском роде. То есть это душа-близнец. Да. Красиво. Значит, вторая половина. Anima gemella. Есть просто такая группа gemelli diversi, и я от этого запомнила, что это не братья-близнецы, а разные они, разными... двойняшки получается. Да, diversi, да. Это да. Quindi Antonella ci racconta come ha conosciuto la sua anima gemella, cacana pasnacomila suoi второй половиной. Beh, значит, Marina, начни ты. Quando ho incontrato Enrico è una festa a una festa in casa di amici. Eravamo tutti e due molto giovani. Sì, остановимся, переводим. Когда я встретила Enrico, sì. На вечеринке в доме друзей, sì. Были все. Allora, tutti e due, это оба. Mi оба. Мы оба. Были giovani. Очень молоды. Очень молоды. Бе, тутти и дуэ та оба. Один из способов сказать оба, А, тутти и тре. Если нас трое, будет тутти и тре. Если нас четверо, тутти и quattro и так далее. Бене. О, здесь мы используем имперфетто, eravamo, поскольку мы описываем наш возраст. Это описание, шестой случай по списку. Бей. Леночка. Читаем дальше. Lui aveva 19 anni. Sì. Occhi grandi e un bel sorriso. Sì. Io avevo 18 anni e sognavo di andare a New York e di fare la giornalista. Sì. Sure. Ему было 19 лет. Sì. Потом они у него были. Большие глаза. Sì. И хорошая. Красивая улыбка. Me. Мне было 18 лет. И мечтала. Я мечтала поехать в Нью-Йорк, учиться на журналиста. И работать. Работать журналисткой. Va bene. Здесь анализируем. Ему было 19 лет. Описание. Ничего не происходит. И то же самое, когда мы говорим, что у него была прекрасная улыбка и красивые глаза, большие глаза, это тоже описание, ничего не происходит. Поэтому aveva imperfetto. То же самое, когда говорю, что мне было 18 лет, это описание. Дальше, я не... Это шестое? Шестое, да. Mm-hmm. Когда потом говорю... Я мечтала поехать в Нью-Йорк. Это тоже описание мечты. Или, если хотим воспринимать по-другому, я это рассказ о том, что я постоянно мечтал об этом, не один раз. Mm-hmm. И поэтому можно воспринимать как первый случай, действие, которое происходило, повторялось по привычке. Как хотите.
или первый, или шестой случай. Но все-таки оба случая предусматривают использование имперфекто. Подробнее на глагол «соняре» посмотрим потом. Будет объяснение об этом глаголе. Не переживайте. Джулиан, дальше. Abbiamo parlato e abbiamo ballato tutta la sera. Все. Мы? Мы разговаривали, мы танцевали весь вечер. Bene. Действия, которые происходили одновременно, однако, поскольку есть указание на их продолжительность, весь вечер, нельзя, невозможно использовать имперфекто. Надо обязательно использовать ближайшее прошедшее время. Бе. Марина. La mattina dopo, mentre andavo a scuola, sì. Enrico è passato con la sua moto, sì. Si è fermato e mi ha offerto un passaggio. Sì. So. Следующим утром, пока. Пока ехала в школу. Я шла в школу. Sí. Энрико заехал на своем мотоцикле. Да. Sí. И он остановился. И мне предложил подвезти. Mm-hmm. Бе. Окей. Анализируем. Пока я шла, он заехал. Allora, что я ходила, длилась дольше, чем он заехал. Поэтому это наш второй случай, где у нас есть действие, которое длилось короче, и действие, которое длилось дольше. Бе. Он остановился. Однократное, одноразовое действие. Ближайшее прошедшее время. Им предложил то же самое. Ближайшее прошедшее время. Леночка. Io ho accettato. Я? То я согласилась. Согласилась. Бе. Однократное, одноразовое действие. Нет правил, которые требуют ближайшее прошедшее время. Имперфекто, поэтому используем ближайшее прошедшее время. Как это вот можно понять? Это невыносимо. Это только вопрос привычки. Не переживай. Мы долго будем заниматься именно с этой целью. Хорошо. Сейчас будем повторять. Я надеюсь, что вы помните предыдущие встречи. Да? Микела и, как его звали, Маркус встретились на самолете. Другие, то есть Альберто и Лучано в агентстве недвижимости. Но я готов подсказать вам на русском. Джулиана. Mm. Michele e Marco si sono conosciuti как раз в самолете. In aereo. Все. Si sono conosciuti in aereo. Точка. Allora, Marina. Michele andava. Michele andava. В Германию на международную выставку книг. Andava in Germania. Sì. Международную выставку книг. Фьера. Alla Fiera Internazionale. Книг. Книг. Del libro. Alla Fiera Internazionale del libro. Michele andava in Germania, zapitai alla Fiera Internazionale del Libro. Ma, Samendiela è nascosta da Frankfurt, non l'hanno. Del Libro. Sì. E Marcus va svasciarsi da noi. Marcus tornava a casa. Sì. Catite in Arodi, no? In Babylon.
Patria. Out. In. Patria. Una rodina. Patria è da rodina, da. Ти как мне по-немецки? Фатерланд. Патер по-латински. Это отец, патрия. Вот интересно. А в английском motherland? Да? Ваве. Патрия, у них матрия. Ваве. Ok. Alberto ha incontrato Luciana v... in un'agenzia. Agenzia. Agenzia. Immobiliare. Immobiliare. Bene, in un'agenzia immobiliare. Bene, Marina. Lui cercava ogni scal dom terevni. Cercava una casa in compagnia. In? In compagnia. In pravilna presnosis. Campagna. In campagna. Lui cercava una casa in campagna. A una scala quartiero, spaccò in un quartiero. No. Lei cercava un appartamento tra? Tranquillo. Beh, beh. Fuori città. 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 Королева восхищения. Окей, Джулиана. Что твоя итальянская или дедушка, не знаю. Следующее, это именно то, что 5 минут назад читали. Антонелла incontrato Enрико. Ну, а у на феста in casa di amici. Bene. А у на феста in casa di amici. Что по-французски? Бабушка моя знала французский в совершенстве. Молодец. Французский еще сложнее, чем итальянский. Да, успела научить только двух-трех старших детей. До мамы дело не дошло. Я говорю, твои олени, я бы знала французский шнак. Тебе сейчас было бы намного проще. Мне не нравится французский язык. Ладно. Но грамматики практически такие же, но и произношение у них намного посложнее. Да, да. Бе, окей, Марина. Erano tutti e due molto giovani. 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 Смотрите, giovani, девушки. Здесь не надо перепутать, потому что есть слова очень близкие по произношению, но. Allora, молодой будет giovane. Giovane, ударение на дифтонг. Giovane. И молодые giovani. Потом есть такое мужское имя, Иван. Джонни. Джованни. Муж Лидочки. Ударение на и не удваивается. Джованни, Джованни. Не звучат одинаково. Все, подвоха нет? Нет, никакого. Но ты плохо думала. Но если успеем, сегодня будет. Опять. Окей. Нет, нам не надо. Но я записываюсь именно для нее. Ладно, Леночка. Что? Анно парлато и балато. Весь вечер. Тутта ла сера. Тутта ла сера и точка. Тутта ла сера. Bene, Giuliana. La mattina dopo, mentre Antonella andava a scuola. A scuola, bene. Lui è passato. Namano motocicle. Con la sua moto. I tocca. Bene. Сейчас, вы простите меня, буду повторять такую, такие истории еще один раз. У нас будут сейчас интервью с этими людьми, поэтому вы будете отвечать в первом лице. Allora, Марина, сначала обращай внимание, сначала будем играть в роли Микели. Dove vi siete conosciuti? Mi познакомились в самолете. Обратите внимание,
что когда мы отвечаем на вопросы, это намного проще. Я всегда вам говорил, что вопрос содержит часть ответа. Даже с точки зрения нужного времени. Siamo conosciuti, eh? Sì. Ci siamo conosciuti in aereo. In aereo, aereo. Bene, ci siamo conosciuti in aereo. Bene. Veloce. Dove andavate? Mi disse lì in Germania. Andavamo. Sì. In Germania. Ah, andavamo in Germania. Bene, andavamo in Germania. Allora, facemo. Perché avevi paura? Facemo ti baialas. Ia baialas, patamusta eta bilmo i piervi, re, paliot. Oggi sglenut, eh? Oh. O aveva... Ja. O aveva... Niet, ja aveva eta on ana imiela. Здесь ja imiela. Eta interview. Ti gavarish kabutta ti Michela. Nada spiegata avere treta pierva mitse. Ed instanzi sla. Avevo. Avevo. Avevo paura. Patamusta. Perché era il mio primo viaggio in aereo. Beh, можно сказать попроще, eh? Mi viaggio in aereo a prosta paliot. Volo. E avevo paura perché era il mio primo volo. Avevo paura perché era il mio primo volo. Ok. Marina, che cosa facevi mentre gli altri passeggeri leggevano, ascoltavano la musica o dormivano? Sto ti diela la pacca a drughi passeggeri citali, slusciali musico, li spali? Ja, nicevo ni diela la. Io non facevo niente. Bene. Io non facevo niente. Ma se dessi io, mosna proprio scritto. Non facevo niente. Dove era Marcus? On si diella riadam sam noi. On bil si diaci. Era seduto con me? No, ni con me, ni sam noi, a riadam sam noi. Via. Vicino. Via vicino a me. Beh, era seduto vicino a me. Bene. Che faceva na menia smatrel e menia ulibalsia? No. Na menia. Mni. Mi. Mi. Начни с этого. Mi. Smatrel. Та дисти который пескатил на времена, э? Смотрел? Час. Как смотрит? Ну, гвардава. Ми гвардава и улыбался. Соридева. Точка. Ми гвардава и соридева. По-русски надо использовать два местоимения. На меня смотрел и мне улыбался. По-итальянски нет... достаточно одно местоимение, потому что «me», простите, «me» — это одновременно. Возвратное местоимение, где первого лица единственного числа, еще это «мне» и «меня». Поэтому одно местоимение с двумя значениями здесь. Ну, где-то тут можно пропустить. «Mi guardava e sorrideva». Mm. Bene, Марина.
Come avete fatto amicizia? Fare amicizia, gli si pomniti e ta padrugizia, eh? Cacchim obrazon vi padrugilis, eh? Cacoi bil talcioc. On nie predagil cioccolat non io confetto. Menie? Mi. Sì? Offerto? Sì. Un? Un cioccolatino. Cioccolatino. Un cioccolatino. Mi ha offerto un cioccolatino. Bene. Nice. Chas buditi grat vrole Alberto. Lenoška. Dove vi siete incontrati? Gde vi strietilis? Ci siamo incontrati in un'agenzia immobiliare. Verna. Ci siamo incontrati in un'agenzia, s'apostrofo, eh? In un'agenzia immobiliare. Bene. Giuliana, perché eravate in un'agenzia immobiliare? Pace movie Billy d'agenzia ne dicimo tipo da musta iscali dom iscal ili mi iscali ja iscal suoi a una iscala suoi a mi oba iscali dom pata musta cercavamo na pao c'era di pata musta perché se cercavamo dom bis articula a casa casa можно ставить не определенный артикул и можно пропустить артикул если пропускаем короче проще bene. Marina, ti ricordi com'era Luciana? Она была прекрасная, eh? Ух ты. Она была прекрасная. А если... покороче, иначе все не поместится. Она была прекрасная. Era? Era? Era molto bella. Bellissima. А если как... Ты помнишь, как выглядела? Ну это там вот начинается. Ты рекорди, коме... У нас нет глагола выглядит. А как это спросить? Ну какая она была важна? В чем она была Лучана? Алло. Если речь идет о одежде, это «но». Если речь идет вообще о внешности, да, независимо от одежды, это другая хорошо вещь. Хорошо, вне зависимости от одежды, а вне, вот как спросить тогда? Che aspetto aveva. Какая внешность у нее была? Аспетаре же ждать. Аспетаре это ждать, но аспетто это внешность. А, аспетто это внешность. Внешность. А, боже ты мой. И еще аспект. Аспект. Vabbè, no, здесь mi укоротили, упрощали. Era bellissima. Леночка, сейчас будет играть в роли Антонелли. Где? Знакомим. Beh, пожалуйста. Dove vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti... a una festa a una festa di casa di, a casa di amici nostri amici sì sì a casa in casa e tak можно va bene. Quanti anni avevate? Allora, davai, skajem tak. Mi oba bili ocem molodi. No. Mi bili? E era?
Era la Taom, Iliana Abela, Ombil. Spregai che la volessere, Piervan di sé, no, giusto in Navacisla. E se mi pomiš, zgleni za svoje zapiske. Da, pomežal. Мы siamo. Ma siamo in настоящее время. Imperfetto, imperfetto. Ой, я написал на доске. Все, вспомнила, да, era и вот это вот. Все, сейчас. Только с правыми ударениями. Мы, да, eravamo. Eravamo, оба. Сейчас. Eravamo. Due. No. Tutti e due. Due. Tutti. Eravamo due, значит. Tutti. Нас было вдвоем. Tutti e due. Due. Tutti, due molto. Giovani. Bene. Eravamo tutti e due molto giovani. Bene, Marina. Che cosa avete fatto durante la festa? Abbiamo parlato e abbiamo... Nina, da повторit, spamagate ni glagol. Abbiamo parlato e... E balato. Точка. Можно сказать вещи, что... Не можно, потому что это... Не надо, потому что это уже в вопросе практически. Bene. Leroчка. Quando vi siete rivisti, когда vi снова увиделись, mi снова увиделись в следующем утром. Ci siamo rivisti. Sì. Domattina, завтра утром. Mattina. La mattina. La mattina. После. Dopo. Prossimo e da следующий только начиная с данного момента. Prossimo e da следующий только начиная с данного момента. Сейчас. Da сам. То есть il giorno prossimo e da завтра. Ani. Следующий день, когда я рассказывал о том, что произошло в прошлом. То есть это не в прошлом, это в настоящем. Да. В будущем, да. Ma noi в будущем. Stanno momento e все. Ci siamo rivisti il giorno dopo. Mm-hmm. Bene. La mattina dopo, tacinè.